Чем работаешь, акушеркой? Спасибо большое. Брест, Минск. Сколько лет? 2 года. Лаворофай. Не знаю, на такой языка, конечно. Блин, так не хочется уходить с эфира, но мне нужно работать. И, конечно, вероятно, через полчаса, наверное, так и сделаю. Брови. Если после 9-го колледжа начальное дело, потому что мы так с многом, кстати. Честно, я не знаю, надо смотреть, разбираться там что-то. Ты процедурки дам. Там написали, какую работу желаешь. В смысле, какую работу желаю? Мне сейчас хорошо работается. Сколько лет? 3 года. Ты гель заказала? Нет. Мне устраивает какой-то вот этот гель нормальный. Я решила его не заказывать. Я нашла там какой-то такой в кружочке. Гель для бровей. Тоже в ТикТоке увидела. Он бы мистер-акушерка. Я хотела. Привет. Блин, что-то знакомое очень. Озан, который. Или Зан. Да, как воск, он тоже классный. Ну, да, вот. Я хочу попробовать его заказать. Спасибо за подписки. Занято. Что? Виталик, приветик. Как дела? Очень классно. У вас я привет, топ фейс. Так, если зайду через полчаса, вы придете все? Вы придете все обратно? Все, почему у меня тоже все супер? А, занято. Очень плохо читается. Спасибо большое. Даник. Где работаешь во втором роддоме? На Риту. На какую Риту? Я старалась. Занято, ты кто? Ты врач? Нет, я акушерка. Очень знакома у тебя. Ой, Виталик, спасибо за подписку. Какой город Минск? Так, короче, блин, я прощаюсь с вами. Через полчаса, надеюсь, вернусь обратно. Артем, привет, привет. Блин, я уже ухожу. Хотя, в принципе, можно ставить телефон, но я с вами разговаривать не буду. От меня все уйдут, мне кажется. Артём, я вернусь через полчаса. Я надеюсь. Что будешь делать? Мне нужно кровь взять. Девочка. Да, уйдем. Ладно, короче, блин. Вернусь через полчаса.